Сколько воздушный шар стоит? За 150, бро. Откуда у вас такие бабки, типы? Ладно, Флойд у него 1 лярд нашелся, но... Но у вас, простых смертных, откуда? Флойд. Или он не здесь уже? Не, его здесь нет. Пацанчик пошел. Она в пакете была. Кирилл. Еще прилетит там, конечно, с тобой, если убьют какой-то ДМ. Я надеюсь, он не увидит, что в чате написано. Все. Здесь два шара воздушных. А где второй? Там же на улице. Там над одним шаром поставили. А вон другой. Где возле больницы один, такой же. Тут над тобой один шар был. Твоим шаром был. Вот. Да, вижу. И возле больницы, в сторону больницы, посмотри, там тоже еще один. А, все, тот пропал. А, нет, вот он летит, смотри, иди сюда. Где? Где? А, вижу. Блин, я сейчас заставлю этого депо зайти в игру. Улетай. Кыш. Все, плюс один. Гаус. Это чё? Вот именно ты чё. А что плюс один? Плюс один к допросу, сейчас допрос мы проводим. По поводу банды и вот типа. Короче, понял. Чем больше таких людей будет, тем быстрее мы нароем на баскетбольный клуб и пролетем за стадион, ну типа, облаву. Облава на банду бывает раз в 100 лет. Ну не при моей лидерке. Давай сделаем, когда у меня уже будет 4-й ранг, пожалуйста. Ну я скоро вообще до 7-ки повышусь, по ощущениям. Вот как раз экспертизу, которую ты сейчас делать едешь, это все для уличной группировки делается. Чел, а ты знал то, что это ЛССД? Ну, типа ЛСД. Лимон съела дружба, блядь. ЛССД? Ну, блядь, у меня нахуй уже заебал это ЛССД, блядь. Я не знаю, там уже в голове у меня это крутится. ЛСД, да, ЛСД. Так оно ЛСД. ЛССД помянем. А вот прикинь, вот понимаешь, чему мы подвергаем с тобой сейчас такую огромную миссию. Понимаешь? Вот это все вот чему подвергается. Тому, что
Кевин Кардоса решит откатить опять трай, который он сделал, и все. И нет у нас ничего с тобой. Ты ему скажешь, типа, похоже на таблетки, психотропы, чтобы было настроение. Ну, а он через трай пробьет, а трай скажет, это не оно. И все. И все, нет банды у нас. Так, что я хотел. Через трай это тоже тупо отыгрывает, потому что, блядь, там уже системно написано, что это наркота, блядь. Так вот, да, типа, то есть, они мне скажут, что это не наркотик, но при этом, если я его съем, мне дадут хп. Еще лучше придумали, аптечка — это наркотик. Гнилой. Так, о, замдиректор есть в полиции. Джеймс, а обязательно на расследовании, типа, там, фропсить, как я, например, арестовываю чувака, как я провожу ему допрос, как я его сажу, там, обязательно, да? Смотря какой ты расследование делаешь, ты можешь сделать... Я хочу сделать, типа, я хожу по центральному рынку, нашел какие-то запрещенные вещества, типа, наркотиков, там, оружие, и, типа, я его вяжу и в допрос, ну, и, короче, потом арестовываю. Хороший план. Тебе это не надо делать. Тебе надо делать что-либо с убийством, там, ну, ограбления нет, но какое-нибудь убийство такое жесткое, типа. Так, а в убийстве что, можно, типа, делать допрос, там, все такое? Ну, да. Тогда просто по вантеду какого-то челика найти, типа, это и все. Ты думаешь, что челик будет РП с тобой играть? Нет, он сразу офнится. Прием на связи, замдиректора. Слушаю вас. Я Суо Каита звонит вам. Алло. Каита. Алло, я займу минуту всего. Почему мне Каита звонит, в принципе? Я со своим братом. Нахожусь на крыше. Центрального банка. Так. Можно же прыгнуть оттуда? Hey man, you can't be doing that to me, man. Кстати, сейчас. Hey man, back off me with that bullshit. С ним бы прикольно получилось. А можно мне сделать расследование, а потом ты мне закончишь в того? Джеймс. Нет. Мне надо сначала присутствовать, а потом уже самому сделать. Капец. Эй, don't let my stature fool you, man. Мне чел пишет: нас больше ничто не держит, ни полиция, и ФБР, суицид в центре Лос-Сантоса. Ух, ё-моё, это чё за прикол? Hey, you better watch yourself, fool.
А вы что, этого челика в допросную ведете? Да. Добавка к пенсии. Puto. Кстати, Джеймс, ты пробовал залить через Google сборку? А, нет, так я же это играл в этом, в GTA 5. А, понял. Будь здоров. Но я не против. Нет. Может, поможет. Потом, когда освободишься, попробуешь залить? А? Да, если я с ним час тут не просижу. Еще раз. М? Мам. Мам. Что еще раз ты там сказал? А, это... Морская черепа. В плане. Ну, поменьше. Сейчас подойду.
каброн. Pulas!